наверное, особо ничего в моей жизни после первого полета не изменилось, кроме чувства удовлетворения, которое возникло от того, что я достиг вершины нашей профессии. Именно космический полет, сам космический полет, это вот та вишенка на торте, которая должна присутствовать, да, у каждого космонавта. Дело в том, что, к сожалению, профессия, опять же, наша такая на сегодняшний момент, что очень много обстоятельств существует, которые существуют вокруг нас, которые никоим образом от нас не зависят, ни от нашей удачи, ни от нашей подготовки, ни от наших знаний, а зависят просто от совокупности внешних обстоятельств, и которые могут сделать дальнейшую работу в космосе, дальнейшую нашу профессию для нас неосуществимой. Поэтому я каждый раз вспоминал о том, что мой диплом об окончании курсов общей космической подготовки, этап общей космической подготовки, который выдается каждому космонавту, начиная с первого отряда космонавтов, с Юрия Гагарина, имеет порядковый номер 198. А мой полетный номер, который присваивается каждому космонавту перед первым, накануне первого космического полета, является 110. Вот мы берем цифру 198, отнимаем цифру 110 и получаем то количество космонавтов, которые стали профессиональными космонавтами, но в космос полететь так и не смогли, по тем самым обстоятельствам, которые они остались. Поэтому я чувствовал себя и был рад, что я смог дойти до этой вершины, и еще раз почувствовал себя человеком, которому жизнь очень сильно сопутствует.